Здравствуйте, уважаемые отдачники, садоводы и огородники Иркутской области. Какое счастье, зима уже позади. Наверное, она нам всем порядком надоела. И я от души поздравляю вас всех с весной. Дышится легче, настроение лучше, забот полон рот и планов громадье на предстоящий дачный сезон. Очень надеюсь, что наша программа поможет вам сделать садовую жизнь ярче, а урожай богаче. Спонсор рубрики – завод теплиц «Польза». Уютный дом для ваших полезных овощей. Прочная, удобная, красивая. Парники и теплицы из сотового поликарбоната сегодня однозначно превосходят подобные конструкции из пленки или стекла. Ну а чтобы этот современный материал полностью раскрыл свои характеристики, его надо правильно выбирать. И с этими вопросами мы сегодня обращаемся к нашему эксперту Михаилу Нечаеву. Да, давайте обсудим, как правильно выбрать поликарбонат для теплицы, на что стоит обратить внимание, как выбирать, за что стоит платить и как не переплачивать. На 100% определить качество сотового поликарбоната невооруженным глазом не сможет никто, даже специалист. Для этого нужны лабораторные условия. Поэтому сегодня я хочу рассказать о бытовых способах, который сможет применить любой покупатель, который придет на торговую точку и будет выбирать себе поликарбонат для теплицы или парника. У поликарбоната есть два основных врага. Это яркое солнце, ультрафиолет, и механическая нагрузка. Поэтому поликарбонат, во-первых, должен быть крепким. А это зависит от его плотности, точнее от того, насколько толсты его стенки. Вот, к примеру, образец поликарбоната, у которого стенки очень тонкие. Настолько тонкие, что он шелестит, как бумага. Конечно, такой долго не простоит и в ближайшее время выйдет из строя. Также важное значение имеет толщина поликарбоната, то есть расстояние от верхней и нижней стенки. Оптимальным для теплицы считается толщина 4 мм или даже 5. Допустимо 3-3,5 мм, но это несколько хуже. Конечно, чем толще стенка, тем поликарбонат прочнее. Если стенка тонкая, то его очень легко смять. И наоборот, поликарбонат с толстой стенкой смять практически невозможно. Этим советом легко воспользоваться в любой торговой точке, любому покупателю. Очень важно, чтобы поликарбонат был защищен от солнца, точнее от ультрафиолета. Для этого на него наносится специальный тонкий защитный слой. И чем толще этот слой, тем дольше его срок службы. Если этого слоя нет, то солнце превращает поликарбонат в труху буквально за несколько лет. Вот еще один образец я вам хочу показать. Этот поликарбонат простоял под солнцем буквально 2 года, но поскольку он не был защищен от ультрафиолета, он стал хрупким и ломким. Такой поликарбонат долго не простоит. К сожалению, невооруженным взглядом нельзя увидеть этот слой, поэтому будем обращать внимание на маркировку, которая указана на пленке. Добросовестный производитель обязательно укажет на маркировке свое наименование, свой адрес, укажет, есть ли защитный слой от ультрафиолета, на какой стороне он находится, и обязательно укажет гарантию, которую он предлагает на свою продукцию. Сегодня есть еще одна очень важная характеристика поликарбоната – это наличие различных биодобавок, которые позволяют значительно улучшить оптические качества поликарбоната. Обращайте внимание на наличие приставки «био» в названии поликарбоната. Такой поликарбонат поможет вам получить больше урожай полезных овощей и зелени при минимальных трудозатратах при тех же равных условиях. Ну и самое главное, универсальный совет – только не подумайте, что я шучу. Нужно всегда обращать внимание на цену. К сожалению, чудес не бывает, и хорошая вещь не может стоить очень дешево. Не покупайте самый дешевый поликарбонат, скорее всего, он не будет качественным. А также не покупайте поликарбонат, если на нем указан какой-то очень большой гарантийный срок и при этом очень низкая цена. Скорее всего, этот производитель лукавит. Стоит ли покупать самый дорогой поликарбонат, это, конечно, каждый решает сам. Зачем переплачивать? Да, он у вас прослужит долго, он простоит много лет. Он не сломается под снегом, он выдержит солнце, но за это время он успеет потускнеть, он покроется пылью. И просто в какой-то момент в теплицу перестанет попадать солнышко, потому что
он перестанет быть уже настолько прозрачным. Михаил, скажите, пожалуйста, а вот все ваши советы, они касаются только вот этого поликарбоната или цветного в той же мере? Конечно, в той же мере, ведь это тот же самый полимер, просто с добавлением красителя. Спасибо большое. В преддверии дачного сезона я очень надеюсь, что ваши советы пригодятся многим нашим телезрителям. А еще я хочу сказать, что сегодня в продаже существует огромное количество самых разных овощей, в том числе свежие помидоры, огурцы, салаты, зелень, практически любая. Для кого-то важен вопрос цены, и для всех вопрос качества. Поэтому выращиваем свое с любовью для здоровья. Теплица «Польза» от 6400 рублей. Звоните 260-900. Именно весной у нас появляются новые эмоции тревоги и восторга. Тревожимся, чтобы все посеянные семена взошли, а если нет, пересеваем и вновь тревожась ждем. Но сколько порой неосознанной радости, позитива нам дарят первые петельки ростков. И затем, как за малыми детьми, постоянный уход. Поливаем, удобряем, подсвечиваем, подкармливаем, прищипываем. Закрываем от палящего солнца. Словом, не минуты покоя. Но все это будет оправдано. Спонсор рубрики – фирма «Среди цветов». Томат для засолки. Каким он должен быть? Дачники скажут, что ровными, небольшими и плотными, с крепкой кожицей. А еще красивыми, чтобы банки с оленями выглядели аппетитно. Удовлетворить все эти требования могут далеко не все засолочные сорта помидор, кроме, пожалуй, засолочного деликатеса. Томат с невероятно красивыми плодами, идеально подходящими для зимних заготовок. Плоды засолочного деликатеса представляют собой сливовидные среднего размера томаты, насыщенно красного цвета, массой до 100 грамм. Кожица очень плотная, благодаря чему болезни их практически не поражают, а во время засолки плоды не растрескиваются. Томаты этого сорта отличаются повышенной плотностью кожицы, поэтому их можно закладывать в емкости для консервирования очень плотно. Даже при многократной заливке кипящим маринадом они не лопаются и сохраняют свой первозданный вид. Томат «Красная стрела» – это раннеспелый гибрид, который может расти в открытом грунте и теплицах. Растение обладает высокой степенью устойчивости к основным томатным заболеваниям. Цвет красный снаружи и внутри. В нем нет выраженных светлых волокон. Семенные камеры небольшие, узкие. Средний вес одного томата 70 грамм. Томат Бонни М. Отзывы о котором вознесли этот сорт едва ли не на пьедестал томатной славы. Появился на рынке сравнительно недавно, но уже успел завоевать целую армию поклонников. Отличительной чертой именно этого растения является небольшая высота кустика. Представьте себе, что максимальный рост этого томата составляет всего 45 сантиметров. Плод имеет ярко-красный окрас. Форма его плоско-округлая, слабо-ребристая. Максимальный вес одного помидора составляет порядка 100 грамм. Мякоть у плодов плотная, сочная и очень вкусная. Выбирая томаты, обратите внимание на наборы для рассады. Красивые, удобные, практичные. Они послужат вам не один год. Кстати, цены на них заметно снизились. При пикировке рассады рекомендую добавить в грунт гидрогель. Гидрогель – это бесцветные гранулы, которые поглощают воду до 200 раз больше своего веса, а также обладают способностью впитывать жидкие удобрения. При внесении в почву они буквально впутываются в корни растения, отдавая им впитанную влагу по мере необходимости. Представляете, содержимое одного пакета способно удержать 20 литров воды. Этот гель позволяет сократить частоту полива и работает в течение 3 лет с момента внесения. Абсолютно не теряет своих свойств при многократном высыхании и набухании, предотвращает избыток влаги в почве и отлично подходит для комнатного цветоводства. Пусть в вашей жизни будет много цветов, и ваше лето пройдет среди цветов.
Многие жители предместья Рабочих хорошо знают торговый центр «Флагман». Однако последняя новость дня для многих станет приятным открытием. Фирма «Среди цветов» отныне предлагает садоводам и дачникам полный ассортимент всех своих товаров. Семена, питательные грунты, недорогой, удобный и, что немаловажно, качественный инструмент для работы. Средствами от вредителей и болезней рекомендуем запастись заранее. Многие из них хранятся не один год, и в экстренном случае у вас все под рукой. Нередко промедление смерти подобно, а в нашем варианте останемся без урожая. Для экономных и разумно ленивых несколько вариантов систем капельного полива. Берем и отдыхаем. Но прежде займемся дачным дизайном. Для творчества можно выбрать каскадное кашпо, арки, элегантные подставки на любой цвет, размер и вкус, горшки для цветов. Дача этим летом для многих станет главным местом отдыха. Пусть она будет красавицей. Желает вам фирма «Среди цветов». Торговый комплекс «Флагман». Садовый центр «Среди цветов». Второй этаж. Приходите. Кто-то сказал, что весна очень похожа на женщину. Она, как все мы, очень долго красится, подбирает красивый наряд. Но если уже придет, то своим присутствием непременно, обязательно кого-то сделает чуточку счастливее. Короче, пора ставить чайник. Весна на дворе. Спонсор рубрики – компания «Биом». Технологии здоровой жизни. Уважаемые дачники, садоводы и огородники, как приятно теплым летним вечерком или осенним погожим деньком, а то и зимой под елочкой выпить горячего чая в компании с друзьями, в беседке, на веранде, а то и просто под елочкой. В современных условиях сделать это совершенно несложно. Но у нас появились новые уникальные технологии, и сейчас мы о них подробно поговорим вместе с нашей гостьей Анной. Здравствуйте! Анечка, скажите, пожалуйста, чем отличаются вот эти, на первый взгляд, совершенно обычные чайники? Эти чайники в первую очередь отличаются от своих собратьев тем, что позволяют вскипятить именно то количество воды, которое нужно вам сейчас в данную минуту. И кипячение происходит буквально за считанные секунды. При этом вода в резервуаре, та, которая не используется, всегда остается холодной и не подвергается многократному кипячению, что положительно отражается на качестве воды. Вода не теряет своих полезных свойств. Достигнуть этого нам позволяет современная инновационная технология моментального нагрева воды неметаллическим нагревательным элементом. Нагревательным элементом в этом чайнике выступает вот такая кристаллическая, по сути, стеклянная трубочка. Проходя через нее, вода за 2 секунды достигает температуры кипения. Так как эта трубочка не металлическая, то есть да, вода не соприкасается на всем своем пути с металлом, не соприкасается с накипью, так как в этой трубочке она не образуется. Из-за того, что накипь не образуется, долговечность нагревательного элемента значительно выше, чем у обычных чайников. Каждый день мы с вами пьем огромное количество воды, чая или компота. Вот в этом чайнике вода получается полезной. Правда, я не понимаю, как это может быть. В момент мгновенного кипячения, который происходит в этом чайнике, вода, ее молекулы разбиваются на более мелкие кластеры. По качеству нашу воду, полученную из этого чайника, можно сравнить с талой водой. Такая вода лучше усваивается нашим организмом, в этом, по сути, ее полезность. Так как мы кипятим именно необходимое нам в данный момент количество воды, таким образом, помимо всего прочего, мы еще и экономим электроэнергию. Это очень актуально, потому что электроэнергия у нас, цена за электричество подрастает, к сожалению, едва ли не с каждым днем. К тому же еще существуют модели чайников, в которых можно регулировать температуру подачи воды. Например, если вы любите пить китайские чаи, вы наверняка знаете о том, что многие сорта чая нельзя заваривать 100-градусным кипятком. Таким образом, чайник позволяет нам регулировать температуру от 70 до 100 градусов, что позволит нам получить качественный напиток. Аня, а как же мой любимый чай под елочкой? Для чая под елочкой можно использовать чайник-термос. Он нагревается как обычный чайник, но в связи с тем, что у него есть металлическая колба, он сохраняет
тепло воды еще на протяжении долгого времени. Вы можете взять его и пойти попить с друзьями чай в беседке или на берег, ну или куда вам будет удобно. И он не требует дополнительного подогревания воды, то есть вы не привязаны к электричеству таким образом. А я бы хотела отметить, что этот чайник, ну, во-первых, очень красив термос, а во-вторых, наверное, полезен в семье, где есть маленькие дети и есть угроза, чтобы они не обожглись. Безусловно. Во-первых, корпус чайника не нагревается, он даже при налитом в нем кипятке всегда остается холодным. Во-вторых, чайник термос снабжен клапаном от пролива воды, что, безусловно, спасет наших деток. Даже если они возьмут этот чайник и уронят, с ними ничего не произойдет. Экономично, экологично и красиво. Да. И это не единственная новинка, которую мы сегодня готовы представить нашим садоводам и огородникам. Рассказывайте дальше. Технология моментального нагрева используется не только в чайниках, но и в других приборах. Например, проточный душ, который нагревает, так же как и чайник, воду моментально. К нему подключается вода из водопровода. Вы можете использовать ее на даче, дома, ну в любых условиях абсолютно. И нагрев происходит моментально. И так как я уже говорила, что накипь в этом нагревательном элементе не образуется, то долговечность этого прибора конкурирует значительно с любыми другими приборами, которые представлены на рынке. А это значит, что теперь мы с вами можем отказаться от огромных емкостей, где греется вода, а буквально включить в розетку и мыться теплой водой. Безусловно, этот прибор позволяет экономить наше время, а также площадь вашего дома. Замечательно и восхитительно. И еще, что немаловажно, стоит он не так дорого, как может казаться на первый взгляд. Цена вполне приемлемая. Мобильный душ позволяет нам иметь горячую воду на даче в любое время и без особых хлопот. Мобильный душ не требует специальных работ по установке. Он очень удобен, легко перемещается, имеет небольшой вес и размер. Для того, чтобы воспользоваться душем, нужно сделать несколько нехитрых действий. Наполнить резервуар водой, при том, что вода может использоваться любого качества, например, из бочки, водоема или скважины, так как наш душ оснащен системой очистки, то есть в нем расположено несколько фильтров, очищающих воду. После этого на табло вы выбираете нужную вам температуру, до которой вы хотите нагреть воду, и нажимаете кнопку «Нагрев». Подогрев воду, душ подаст звуковой сигнал, и вы можете приступить к водным процедурам. Оснащен устройством защиты от перепада напряжения. Душ можно использовать для мытья посуды, для мытья машины, для полива теплолюбивых растений, например, огурцов и помидоров. Максимальная температура нагрева душа 50 градусов. Его можно использовать как летний душ на даче, в бане, в городской квартире, когда у вас отключили горячую воду, или даже в салоне красоты или парикмахерской. Настоящая палочка-выручалочка. Ань, спасибо вам большое. Лично для меня вы сделали достаточно много открытий. Я надеюсь, что и для наших телезрителей тоже. Сегодня мы с вами познакомились с умной, качественной бытовой техникой, которая полезна для здоровья. Техника компании «Бион» широко представлена в магазине по адресу Марата, 31. Это угол улиц Горького и Марата. Справки по телефонам 969-889 и 958-878. Именно весной, независимо от возраста, каждый из нас хочется быть моложе, ярче, привлекательнее. Однако, если женщина привыкла экономить на себе, то и у мужчин она вызывает ответное желание сэкономить на ней. И поэтому, девушки, мамы, бабушки, проявите к себе щедрость. Подарите несколько минут для красоты, бодрости и настроения. Спонсор рубрики – сеть удачных магазинов. Здравствуйте, уважаемые садоводы! Сегодня я хочу удивить вас фиалочкой. А правильнее сказать – виолой. Виола – необычный цветок. И необычность вот этого гибрида в густо-махровом цветке. Бахромчатость и густая гофрированность делают вот эту виолу необычайно красивой. Ну,
А стебель, самое главное стебель, это виолы для срезки. Стебель, то есть цветонос, вырастает до 20-30 сантиметров. И еще один, на мой взгляд, шедевр мировой селекции – петунья. Петунья непростая. Цветонос петуньи настолько мощный и сильный, что вырастает до 1 метра. Представляете, какая будет красота? Давайте вместе попробуем в этом сезоне. Не затягивайте с посевом. Сеять семена вы можете в любые горшки и уже через несколько недель пикируйте. Многие посевы цветочных культур подвержены корневым гнилям. Поэтому, уважаемые садоводы, используйте микробиологические препараты Эмикс. Я уже знакомила с этим великолепным препаратом. А сегодня я напомню еще об одном достижении микробиологии – это экстрасол. И, кстати, для любителей астр экстрасол справляется с любыми фузариозами. И еще одна необыкновенная новинка для цветоводов – это гладиолусы. Уже все знают, что наши селекционеры предложили миру самые лучшие гладиолусы. И сегодня у вас есть такая великолепная возможность вырастить эту красоту. Мои коллеги выращивали уже несколько лет гладиолусы, и я поделюсь с вами нашими опытами. Цветоносы вырастают до 1,5 метра, а на одном цветоносе от 26 густомахровых, ароматно пахнущих цветков. Вы знаете, как мы называем гладиолус этот? Гладиолус 3D, потому что со всех сторон он необычайно красивый. Уважаемые садоводы, все вы знаете, что обильное цветение, большие размеры цветка, яркость окраса требуют, конечно, очень хорошей подкормки. И сегодня я знакомлю многих из вас уже с немецким качеством. Это подкормка Этиса. Тот, кто уже попробовал в своем саду, да и на комнатных растениях подкормку Этиса, то действительно подтвердят. Подкормка очень эффективная. Этиса я опробовала уже несколько лет назад и каждый год подкармливаю свои все садовые цветы. Да и здесь, да, в зимнем саду, цветы у нас цветут всю зиму благодаря уникальному составу Этиса. Уважаемые садоводы, я, как всегда, желаю вам удачи, всего вам доброго! Хорошо там, где есть удачный сад. Мы отбираем семена лучших мировых и российских селекций. Серия семян «Удачный сад» – это семена, которые дают гарантированный урожай в наших климатических условиях. Саженцы многолетних цветов, ягодников, плодовых деревьев, виноградов – только с высокой зимостойкостью для нашего северного сада. Сидираты, восстановители почвы, экоудобрения позволят вам вырастить урожай, которого будет не просто много, но еще с отменным качеством и витаминами. Секаторы и лопаты Фискас, плоскорезы Фокина, рыхлители Торнадо сделают ваш труд в радость, а мы закупаем у самых надежных российских поставщиков. Такой инструмент практически вечный. А карта постоянного покупателя существенно сэкономит бюджет. Для пенсионеров мы проводим специальные скидки и еще еженедельно проводим акции и распродажи. Качели, светильники, каркасные бассейны – все мы предлагаем по выгодным ценам. Удачный сад на Трактовой. Трактовая 5. Мы ждем вас. Весна.
Какое прекрасное время года, настроение мечтательное, обнимательное и улыбательное. И пусть каждое утро будет добрым, солнце ясным, пусть будутся все сны и все мечты. Чтоб день прошел грядущий не напрасно, взгляни на мир без лишней суеты. Будьте счастливы, до свидания.